Здравствуйте, представляем вашему вниманию новинку варежки с электроподогревом Penguin A5085 Гелиос. Они представляют из себя из непромокаемой, непродуваемой ткани выполнены. Внутри двойной слой флиса, он разных цветов. Здесь вот розовый, синий, черный. Вот кабуры для фиксации пауэрбанков разных размеров и емкостей. Сейчас подключим. Сегодня на улице очень холодно, где-то минус 15, и хиус такой жесткий, поэтому тут немножко подзамерзли. Сейчас вот оператор стыкуйте, одевайте это вот 20 ампер часовый на руку, вот 10 ампер часовый, что можно разные типы пауэрбанков использовать. Переключайте, одевайте на руку, они достаточно большие, как стретчи, можно сказать, налезут любому человеку, такие универсальные. Одевайте на руки обе. Сейчас мы переключимся на тепловизор и покажем, как они будут греть. Все, сейчас переключаемся на тепловизор. Подождите. Переключаемся на тепловизор. Тепловизор минус 17, вот крайняя точка. Ну, где-то так и есть, минус 17, очень холодно. Давайте подойдем к варежкам. Показывайте варежки. Видите, они греют звук. Вот это у нас ладошки. Здесь у нас 20, это снаружи. Внутри там вообще банька, сейчас покажем. Видите, вот она. Покажите большой палец, пошевелите большим пальцем. Нет, это вот где тут. Вот видите, вот большой палец. 18, 26, 28. Но это снаружи, не внутри. Поверните теперь кистями. Ну, это, нет, наоборот. Видите, вот с этой стороны у нас тоже, видим, тут шлейф и тоже все прогрето. Но тут то, что из-за теплоизоляции хорошей, где тут не сильно... Видно, вот они, эти варежки. Вот тут пауэрбанк, да, вот оно здесь. То есть они греют полностью в окружную и большой палец. А теперь снимите любую варежку. Давайте внутри посмотрим, что там у нас творится внутри, да, тут. Где тут у нас? Так. Тут 48, 50, 60. Но это на морозе, я говорю, на улице мороз. У нас тут крайняя точка где-то минус 17-18. Чуть тепловизора за отражение тоже сейчас покажу вам. Видите, говорю, вот она тут минус, ну, достаточно холодно, минус 17 показывал тут на воздухе, поэтому как бы так. Покупайте рукавицы Penguin A5085 Гелиос от компании Оггинса современных технологий города Красноярск. Спасибо за внимание.